Ребят, товарищи специалисты, всем привет. Короче, вот купил я машину. Есть вот такой вот тумблер в машине. Вот такой вот тумблер. Идут провода куда-то, блядь. Короче, вот как-то вот так вот. Что это, блядь? Что это за тумблер, блядь, мне интересно. А? К чему он? Что это, блядь? А? Куда-то уходит, блядь, в проводку. Нихуя непонятно. Что за тумблер?